здесь собрались? В шестой раз зал библиотеки друзей становится местом проведения интеллектуальной игры «Что, где, когда». В финале собрались лучшие участники предыдущих туров. Среди них шестиклассники из 489-й школы, назвавшиеся мыслителями. Интересно, что мыслители оказались в игре случайно. Минимальный возраст участников – 14 лет. Но для пришедших по ошибке ребят сделали исключение. Удачи вам сегодня в игре. Все доброго. После напутственных слов старшего коллеги игра началась. Жребий брошен, разминка и два напряженных этапа игры остались позади. Участники финала с замиранием сердца ожидали результатов. Каково же было удивление соперников, когда первое место в младшей категории присудили команде мыслителей. Ну а в старшей категории праздновала заслуженную победу сплоченная команда «Черный квадрат». В региональном конкурсе мы познакомились со многими ребятами, часто мы сюда приходили, и было очень приятно занять первое место, играть. С тех самых пор, как нам об этом сказали на самом первом туре, о том, что есть возможность поехать в Москву, на финал мы сразу поставили себе цель добиться этого. Помимо кубков, победителям вручили подарки от партнеров игр. Это кубок от молодежной организации «Мир», фирменные бабочки, натуральное мыло, кексы, билеты в театр и, конечно же, кружки с логотипом игры. Памятные сувениры и благодарственные грамоты достались всем участникам игры. Но помимо наград и подарков, ребят ожидал приятный сюрприз – фото с живой совой Ониксом. Право одним из первых позировать с пернатым символом игры «Что, где, когда» получили обладатели призовых мест. Надежда Новичкова, Даниил Антонов, специально для 1М.